Так получилось, не знаю почему, что за вашим покорным слугой закреплен Атинский район. Сразу скажу, не ходил, никого не просил, вот что кого закрепили, того и закрепили. Но с другой стороны, я, честно говоря, искренне рад, что в сферу моей деятельности попали именно эти муниципальные образования. Почему-то все-таки Атинск — это третий по численности город. Да? Это город, в котором есть развитие.